Сегодня мы приготовим с вами один из популярнейших салатов – салат греческий. У себя на родине, в Греции, он еще называется деревенским. Этот салат популярен наряду с такими мэтрами, как салат «Цезарь» и, не побоюсь этого слова, салат «Оливье» на постсоветском пространстве. Итак. Салат греческий, классический. Для его приготовления нам понадобятся штучки 3 помидорчика, пару огурцов, один сладкий перчик, луковица. Я взял синюю луковицу, желтый перчик. Чем больше красок в салате, тем он аппетитнее даже на вид. Кусочек сыра фета, можно взять кусочек брынзы. Оливки, соответственно, черный горький перец молотый, сушеный орегано, соль, оливковое масло, лимончик и петрушечка. Нарезаю овощи. Сначала помидорчик четверть дольками, не очень мелкими, так чтобы попало на зуб. Отправляем помидорчики в салатницу. Огурчик разрезаем пополам и нарезаем на дольки толщиной 3-4 мм. Отправляем и огурчики в салатницу. Разрезаем перчик, очищаем его от семян, разрезаем на 4 части и также нарезаем соломкой и тоже толщиной 3-4 миллиметра. И эту солнечную красоту отправляем туда же. Лучок нарезаем полукольцами. Теперь солим. Солим наш салатик. Смотрите, салат на ваш вкус надо солить, потому что сыр бывает разной солености. Присолили, теперь немножко приперчим. И перемешиваем салат. Вот, какие буйства красок. Смотрите. Теперь приступаю к приготовлению заправки для салата. Выжимаю пару ложек лимонного сока. Можно брать винный уксус. Мне больше нравится лимонный сок. Сюда же добавляем 5-6 ложек оливкового масла первого отжима. Оливковое масло и лимонный сок хорошенечко перемешиваем. Салат мы уже посолили и поперчили. И вот теперь заливаем заправочку салат и снова перемешиваем, чтобы каждый кусочек пропитался соком и маслом. А какой запах, а какой цвет. Но и это еще не все. Продолжаем приготовление салата. Нарезаем кубиками сыр. Вот. Салат этот изумительный по вкусу. Раскладываем сыр по поверхности салата. После того, как разложим сыр, салат уже не перемешиваем, потому что сыр очень нежный, и мы просто нарушим его
структуру. Сверху добавляем оливки. Их можно добавлять целыми, но греки советуют их разламывать. И разламывать именно руками. Тогда вкус оливок проявляется больше. Вот так. И еще несколько заключительных штрихов. Посыпаю сухим орегано, совсем немного, и свежей петрушечкой. Салат готов. Пробуйте.